Привет, ребят! Сегодня на канале Рыбаки я буду рисовать разными красками. Ну, разноцветными. У меня есть гуашь, у меня есть кисточки разные. Я прям старый, новый нашел. У меня всегда много кисточек. Возьмите плотную бумагу, чтобы ваша картина была более надежная, плотная, красивая и сочная. Потому что красок будет сегодня много. Я сегодня рисую бургер. Бургер — это такая еда. Смотрите, как я рисую бургер. Каждый ребенок сможет повторить. Такой бургер. Повторите, ребят. Я знаю, что популярная еда, когда я рисую еду, все ее смотрят. Я уверен, что я видел, и я знаю, что многие ребята, когда видят, как я рисую, они повторяют. Я буду рад, если вы нарисуете такой же бургер, как я его нарисовал. Смотрите, сверху булка и снизу булка, и ничего сложного. Я хочу нарисовать аппетитный бургер. Это не просто аппетитный бургер, это вам не просто бургер в магазине, это аппетитный бургер, который продается в каком-то хорошем магазине, как Макдональдс, хотя, может быть, и другие есть там. Ну, много других мест, где продаются вкусные бургеры. Я беру разную краску, вот смотрите, желтую, светло-коричневую, после этого желтую. Сверху я возьму красного. Возьму кое-где красного, добавлю. Здесь красного добавлю. Я не мою даже кисточку, а прям сверху кладу и сразу еще добавляю черненького, коричневого. Сейчас коричневого, потом черненького. Черненький, потом в конце, да. Сейчас коричневого прям сверху добавлю. Так, здесь несколько мазков коричневого, здесь несколько мазков. Ну, так побольше всего. Короче, здесь сегодня будет мешалово-мешалово. Если у вас сильно коричневый получился, то немножко размешайте. Ну, там, размажьте вот так. Таким образом можно размазать. Так, теперь возьмете зелененького. Зелененького лучше смешать с желтеньким. Ну, к примеру, я смотрите, как сделал. Я сначала мазну немножко зелененького, вот так вот, кое-где, да? А после добавлю желтенького. Или еще можно смешать вот так вот на палитре. Лучше кисточку мыть в этом случае, потому что она довольно, ну, зеленый, он мешает с остальными и получается грязновато. Вот я возьму желтого, немножечко зеленого и смешаю. Получится светло-зеленый, такой салатовый. И я вот кое-где добавлю сюда, сюда, сюда. Везде зелененького добавлю прям много. Чем больше зеленого, тем лучше, потому что мне нравится, когда зеленого много. Сюда добавлю, сюда. Ну, вот так получается уже ничего. Уже ничего. Теперь возьму тоненькую кисточку и буду еще добавлять всяких других цветов. Я хочу делать куджутик. Куджут — это когда булочка с куджутом, и она так и с такими зернышками. И вот я прям ее рисую, зернышки. Опять-таки я беру коричневый, мешаю его со светло-коричневым прям на картинке. Потом я желтенький возьму, еще здесь нарисую, беленький беру, беленький, и кое-где беленьким рисую. Точечки тоже рисую, точечки. Так, давайте попробуем смешать какой-нибудь красивый цвет. Видите, я мешаю белый с желтым, чтобы добавить его кое-где сюда, сюда, чтобы этот желтый был более яркий и сочный. Ну вот здесь, потому что мне нравится, когда сыр есть, сыр, но не такой желтый. Или, например, есть еще вот здесь вот капельки я нарисовал, видите, капельки, здесь. Да, аппетитная штука. Так, это мы сделали, теперь возьму черный. Добавим кое-где черненького. Пока все это не засохло, краски, можно всегда это все перемешивать, это хорошо кладется. Смешивается с другими красками, получается что-то среднее. Котлета, она такая коричнево-желтая, коричнево-коричнево-красная. Я красного добавил, коричневого добавил, черного добавил. В общем, не экономьте краски, потому что это будет красиво, если вы будете не экономить, а просто будете сочно класть. Здесь вот чуть-чуть так. Вот такой сочный бургер у меня получился. Я надеюсь, и у вас получится такой же. И вы тоже такие: вау, это вкусно, да как вкусно, да еще как. И пойдете, будете кушать. Извините, что я рисую так много еды, но мне самому это нравится. И я, ну, часто рисую, потому что, ну, еда, она такая,
объектно. Ее, когда смотришь на нее, ее видно. Вот она такая-то еда, ее можно разглядеть перед тем, как съесть. Обычно люди разглядывают. Здесь я рисую упаковку его. Серую, я взял серую краску, чтобы не особо мешать. Серо. Это я смешал белый и черный цвет. Так, и получается вот такая вот красочка. Красочка. Такой цвет получается. Немножко здесь, немножко здесь. Что еще можно добавить? Я так думаю, можно добавить малинового. Я не знаю, как это будет выглядеть, но я думаю, что малина не испортит. Малина, она всегда вкусная и не испортит цвет. И будет у вас живописный бутерброд. Бургер. Бутерброд это у нас в России, а там бургеры. Тут. В одним словом, я все смешиваю, все это смешивается в конце концов в глазах, и в глазах у вас рябит, а в конце получается аппетитная такая сочная картина, которую можно съесть. Спасибо, что смотрели, ребята. Вот такой получился бургер, немножко кривоватый, но аппетитный. Вы были на канале Рыбакит, каждую неделю я рисую красками, я всевозможные рисунки рисую, все простые, без карандашей, не надо мне для того, чтобы научиться или чтобы повторить, вам не нужно страдать, много рисовать, чего-то знать, вам просто стоит взять кисточки, бумагу, краски и малевать. Пока!